Молодежному патриотическому клубу «Наследие» исполнилось 5 лет. В честь своего первого юбилея его участники организовали праздничный концерт, который прошел в минувшую пятницу в молодежном центре. Воспитанников клуба пришли поздравить первые лица региона и города, а также представители нормотворчества, ведь благодаря их поддержке реализуются все идеи инициативы «Наследие». Среди гостей вечера были общественники, волонтеры, ветераны боевых действий и действующие сотрудники силовых структур. И не зря сегодня в зале присутствуют не только действия ветераны силовых структур, действующие сотрудники, руководители, потому что, несмотря на то, что это молодежное направление, но в любом случае всю свою работу проводит во взаимодействии с действующими силовиками. Поэтому хочу пожелать на начальном пути продолжать такую же активную жизненную позицию, продолжать вовлекать в свои ряды все больше и больше нашей молодежи. Но, одевая форму, наверное, не захочется нарушать ни общественный порядок. Молодежный патриотический клуб «Наследие» был организован в 2016 году. Его председателем является Даниил Сомов, который занимается по всем канонам правильным делом не только по призванию, но и по душе. Его работа – привлечение молодежи города к изучению истории родного края, отечества, воспитание в них духа патриотизма. Даниил проводит много мероприятий по пропаганде здорового и трезвого образа жизни, понимая, что он тоже непосредственно влияет на судьбы и будущее молодого поколения. А значит, и на будущее нашей страны. Я надеюсь, что у клуба «Наследие» будущее хорошее. И сегодня об этом можно уже смело говорить, потому что за 5 лет уже сложился. Уже сложился определенный коллектив участников, инструкторов, руководителей. Сложилась уже определенная методическая база, наработка. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы избежали самого, на мой взгляд, ненужного в этом направлении, всякой заорганизованности и участия исключительно в торжественных мероприятиях. Мероприятия должны быть интересны непосредственно молодежи, детям. Это должны быть зорницы, это должны быть игры, это должны быть стрельбы, это должны быть переходы, это должны быть парашютные прыжки. Это должно быть то, что молодежь закаляет. То, что ее интересует, то, что в будущем потом заложит в них те основы, которые в будущем им помогут пройти военную службу, поступить в военное училище, достойно служить нашей Родине. Сегодня курсанты «Наследия» вместе со старшими товарищами и наставниками организации ветеранов «Боевое братство» участвуют во всех парадных шествиях, акциях и других важных патриотических мероприятиях. Но стоит отметить, что они не ходят на мероприятия для галочки. Они это делают по взглядам и убеждениям. Хоть пока в рядах «Наследия» не так уж и много курсантов, но каждого из них уже можно назвать истинным патриотом.